сами все видели. Ездюки из нас не очень хорошие. Очень необычные транспортные средства. Скачет, не рулится. Вообще, как на них ездит, и при том, что есть рекорд меньше 3 секунд 30 метров, надо отдать должное, это конкретные виртуозы и специалисты своего дела поставили такой рекорд. Я думаю, что мы проедем в лучшем случае секунды за 4. Полторы, Сергей. Нет, все это осталось в прошлом. 1.5 секунды остались в прошлом. Сегодня второй день наших испытаний. Мы затянули на жесткую заднюю подвеску, потому что предыдущий день испытаний показал, что мы вот так вот прыгаем. Мы ее затянули, тем самым распорку вот сюда поставили, металлическую заварили. Неизвестно, какой будет результат. Думаю, что сейчас как рванет только. Соответственно, сейчас все увидим. Второй день испытаний, удалось сделать всего лишь 2 заезда, не позволяет это болото, которое выступило на лед. Очень много воды, порядка 8 сантиметров. Боимся, что у нас пилот заболеет. Такой вот наш шлейф от старта. Слушай, ну достаточно далеко идет, Серег, помери, сколько метров мы тут нарыли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 шагов, ну я думаю, 8 метров здесь есть. Вот так, да, прикольная такая выгрызушка. Такая интересная форма. Ну все, что, я думаю, что мы грузимся и поехали. Куда едем, Василий? Едем на Snowdogs. Осталось еще немножко до наших долгожданных заездов. Будем стараться поставить результаты и рекорды. Друзья, мы добрались до площадки проведения 19-го международного унимото соревнования под названием Snowdogs. Правильно, неправильно назвал, не знаю. Огромное количество участников, буквально через 15-20 минут начнутся сами соревнования. Давайте на них посмотрим. Вовсю идут испытания, да, через буквально 15 минут все начнется. Человеческое унимото поедет через 5 минут. Человеческое унимото, вот эта вот штуковина, ребят. Интересно, он сидит там на стуле и, судя по всему, будет дергать цепи и за счет своих рук, как бы перебирая, подтягиваясь, будет передвигаться. Очень интересная конструкция.
со стороны бедро. Не, есть нормально. Был бы перелом, он бы сейчас не стоял на ногах. Сядь-ка, посиди вот туда. Да пусть сюда. Ногой так же спокойно поднимаешь. Нет, ногу не поднять. Вот, ногу не поднять, все. Паш, как впечатление от последнего заезда? Мы решили последнее сделать на все денежки. И на все денежки сделали. Главное, чтобы денежки остались в семье и сильно не пострадало здоровье. А так впечатление все шикарное. Не передавать словами. Это просто куча эмоций. Не хватает, больше тестов надо. Надо подстроиться под светофор. И, может быть, было бы лучше время. А так все очень круто. Еще приедешь сюда? Я думаю, мы будем стараться в следующем году. Надо подлечить здоровье, модифицировать агрегат, и я думаю, что мы приедем. Паш, откуда приехали? Мы приехали из Бологоя. Я из Бологоя, Санкт-Петербург. Мы в команде «Уралгон». Участвуем, будем продлевать участие. Я думаю, в следующем году и, может быть, на какой-нибудь дальний... Мы еще планируем в Бежск дальше поехать. Я думаю, что мы модифицируем за это время агрегат. Здоровье постановится, и Бежск. Самое интересное, что после заезда мы решили подкрутить карбюратор на одном цилиндре. Я решил подкрутить карбюратор на одном цилиндре, Вась, и ты видел, что произошло? Я видел, как мотоцикл поехал. Хорошо, что не в люди. Сергей подсунул. Каким-то акробатическим чудом сумел на него. Не-не, Сергей просто взял и подсунул ему ногу. И в результате, смотрите, что произошло, парни. Он его чуть не съел. Да, вариатор с этими спидвейными шипами разгрыз ногу. Да, но еще не знаем, что внутри. Вы, возможно, можете оказаться первыми, кто что-то увидите. Ну, конечно, тут да. Не осталось без кровавых пятен. Но думаю, что не очень все страшно. Пятнышки небольшие, но сам факт, что Сергей на газ спасла чью-то жизнь. Будьте с нами, занимайтесь спортом. Я очень рад, что попал на это мероприятие. Я представлял команду «Уралгон» от «Ночных волков». Ну, конечно, гонка не сильно задалась по техническим причинам. Ну и опыта было, конечно, маловато. Соревнования прошли довольно-таки успешно. К нам здесь присутствовало очень много ночных волков с разных регионов. И очень чувствовалась поддержка. В частности, аппарат, можно сказать, что был готов. Не хватало только навыка. Это самое главное. Скажи, пожалуйста, ты сказал про братьев из других регионов. Чувствовал ли ты поддержку? Что, вот, какие у тебя эмоции переполняют? Поддержка просто была великолепная. Все кричали, там, красавчик, давай, аплодисменты там. Это просто очень поддержка ощущалась. Привет, откуда ты? Ночные волки, город Тверь, команда «Уралгон». Как вообще впечатление от заезда? Какие эмоции? Эмоции отличные. Техника немного хандрит, но так в целом отличное мероприятие. Планируешь еще приехать сюда? Конечно. Я думаю, что данное мероприятие станет ежегодным в списке мероприятий наших.
Сколько? Сколько? Что случилось, Дмитрий? Надо болты, болты в колеса надо. Болты? То есть мы проиграли? Да. Ты на вылет, мы самый первый вылетели. Сегодня мы представляли Уралгон. Вот, и выступали от ночных волков Тольятти. Вот, и даже по видео видно, что мы, конечно, проиграли по этическим причинам, но все шансы у нас конкретные были. Участвовали в классе колясочников от команды ночных волков от Уралгона. Вот, ну, в этом году не повезло немножко, чуть-чуть технику подвела. Но будем стараться, надеяться, ну, как бы не то, что надеяться, будем достигать лучших результатов. Ровно 13 лет назад мы сюда приезжали, и тогда поездка на сноудокс родила дисциплину и всю тему под названием Уралго. А сегодня, спустя 13 лет, удалось взять вторые места, и вот результат наших дипломчики за второе место в классе Урал. Круто! Спасибо! Спасибо! Спасибо организаторам сноудокса и Дмитрию Горову!